В рамках рабочей поездки губернатор Андрей Бочаров посетил сразу несколько объектов в Жирновском районе. Одним из них стал Комсомольский сад в самом Жирновске. Здесь недавно закончились работы по благоустройству, и обновленное место отдыха уже полюбилось горожанам. В парке было установлено современное освещение, построен фонтан, водопровод для автоматического полива новых кустарников и деревьев. Помимо этого, в ближайшее время городское пространство должно еще больше преобразиться. Планируется, что приведут в порядок парк Победы, сквер «Строитель» и городской парк.